Всем привет, меня зовут Мария. Давайте узнаем самые интересные новости. Будущие родители чуть не спалили дом. В Бразилии семья ждала появления ребенка и закатила гендерную вечеринку. Они позаботились и об угощении, и о профессиональном видеооператоре, и о специальном агрегате, который в торжественный момент принялся бы разбрасывать конфетти и обдал бы всех розовым дымом. Вот только пиротехническое устройство вышло из строя. Агрегат оповестил всех, что родится девочка, но в то же время случайно поджег забор. Все перепугались. К счастью, сильного пожара удалось избежать. Такой день запомнится на всю жизнь не только родителям, но и всем гостям. Пекари создали персонажа «Звездных войн» из хлеба. В честь Хана Соло, персонажа «Звездных войн», пекари США создали кулинарное чудо, которое назвали «Пан Соло». Это почти двухметровая скульптура, представляющая собой Хана в весьма скорбный момент, тот самый, когда его заморозили в карбоните. Мама украла конфеты у ребенка. Трехлетний житель Индии пришел в полицейский участок и заявил инспектору, что его маму необходимо арестовать. Родительница украла конфеты малыша. Едва сдерживая смех, инспектор зафиксировал эту жалобу и пообещал юному заявителю, что полиция во всем разберется. Видеоролик с маленьким жалобщиком не только стал очень популярным, но и принес Адаму выгоду. С мальчиком связался министр внутренних дел штата, который пообещал, что пришлет ребенку шоколад и велосипед в подарок. Очумелые ручки прошли не зря. В Новой Зеландии мужчина пробежал марафон в самодельном костюме пивной банки. Своим необычным внешним видом марафонец хотел развеселить и поддержать участников. Что ж, ему это точно удалось. Но мужчина не добежал до конца всего 5 метров. Его прокинул ветер, и он не смог встать. Могли бы докатить его до финиша. Ну вот и все. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.